Среди женщин по программе мастеров спорта Елизавета Галкина заняла первое место в личном первенстве, опорном прыжке и брусьях, второе место на бревне и в вольных упражнениях. Ульяна Устюжанина заняла третье место на вольных упражнениях. Среди девушек по программе первого спортивного разряда Доминика Гирева заняла первое место в личном первенстве, второе место на разновысоких брусьях, третье – на опорном прыжке и упражнениях на бревне. Среди мужчин по программе мастеров спорта выступил Игорь Груничев, занял первое место на перекладине и второе место на параллельных брусьях. Среди юношей по программе первого спортивного разряда Алексей Ярошенко занял первое место в личном первенстве в упражнениях на коне, на кольцах и перекладине.